Всем здрасте, с вами Настя. Добро пожаловать на мой канал, и я рада приветствовать вас в долгожданной части Batman Arkham City. Я обещала, и я это сделала специально для вас, ребят. Я знаю, что именно в этой части озвучки русской нет, есть только субтитры, поэтому постараюсь подстраиваться, где-то читать, где-то обобщать в определенных ситуациях. Посмотрим, что из этого выйдет. Также, если вы впервые на моем канале, у нас есть прохождение по Бэтмену Arkham Asylum. Можете ознакомиться, если вам интересно. Я очень взволнована тем, что нас ждет. Мне даже немножечко заспойлерили, но я, честно говоря, забыла, о чем. Знаю, что только здесь будет женщина-кошка. Как это будет представлено, в каком геймплее, я не знаю, честно говоря. Возможно, так же, как и у Бэтмена, будут определенные бои. Но посмотрим. Поэтому всем приятного просмотра и поехали. Какая-то картина. Тайни. Кейн и Эйбл. Смотри, что я нашел. Эй, лучше не трогай, он тебя убьет. Бэтмен. Райли сказал, он видел мыша, он тоже тут. В Arkham City. Чего бы тут ему быть? Just relax. Это Бэтмен. Извините, мальчики. Это все... Вот и женщина-кошка. Ой, мама мия. Ой. Ты... Вау. Вау. О, пропустила. Ой. Теперь, когда я со всем расправилась, можно достать то, зачем я пришла из сейфа. Я крадовка! Я женщина-крадовка. Я украду ваше сердечко. We want you. Мы хотим тебя. Это чей дом? Это Брюс? Боже, какая женщина. Взламываем сейф. 10, 15, 19, 30. Попробуешь меня обойти, Харви? Не думаю, что у тебя получится. Так, инициализация. Ой-ой. Убери свои грязные лапы, живо. Говорит нам двуликий. Wake up, мистер Уэйн. Просыпайтесь, мистер Уэйн. Нам многое нужно обсудить. Стрэндж? Тебе это с рук не сойдет. Уже сошло. С вами Вики Вейл, я веду репортаж в прямом эфире из Arkham City, вызывающий... Через несколько секунд на сцене появится Брюс Уэйн. Так, про политику Готэма. Знаменитый миллионер, плейбой, ранение. Миллиардер, Вики, между прочим. На минуточку. Так, что-то про политику. Пока что ничего не ясно. Наверное, ты считал себя неуязвимым. Как видишь, никто не неуязвим. Заключенные за этими стенами, вожаки преступных группировок ведут кровавую войну прямо в центре нашего некогда великого города. В эту резервацию были переведены все узники тюрьмы Блэкгейт и лечебницы Архам. Как это может сделать жизнь горожан более безопасной?
Закрой Arkham City. Там полный хаос. Закрыть. Наступление ночи, я стану героем, прямо как ты. Сегодня начинаю кампанию закрытия Arkham City, чтобы вновь сделать Готэм безопасным. Они взяли Уэйна. За что? Мы всего лишь хотели сделать город безопасным. Должен вас поблагодарить. Поймать Брюса Уэйна намного проще, чем Бэтмена. Теперь, получив вас, я могу запускать протокол 10. Он будет моим наследием, памятником твоей неудачи. Если же ты попробуешь помешать мне, я сделаю так, что все узнают твой секрет. Ах ты, башка. Теперь вы принадлежите мне, заключенные. Позвольте представиться, я профессор Хьюго Стрэндж, начальник объекта Arkham City. До этого момента вы проявляли полное неуважение к закону, обществу и к самим себе. Отныне вы больше не являетесь частью этого общества, которое вы так презирали. Вас отделили от добропорядочных. Совершив поступки, за которые вас сюда отправили, вы отказались от собственного права на так называемую нормальную жизнь. Так. Ага. Да, все правила Arkham City. Я так понимаю, это новая тюрьма. А, вот ты где. Так, номер один. Не приближаться к защитной стене, окружающей объект. Любая попытка приблизиться к стене будет расценена как побег и пресечена самым жестоким образом. Правило номер два. Все заключенные должны проходить психиатрическое освидетельствование по первому запросу. Отказ от прохождения, понятное дело, чпоник. Так, что еще? Так, правило номер три. Сотрудники Тайгер имеют... Что? А, все права, короче. Если ты не встанешь перед ним на колени, то это будет считаться агрессией, что повлечет за собой жестокое наказание. То есть... Жители Готэм-Сити передали тебе какие-то права? Не верю ни одному твоему слову. Я так понимаю, это зеркало? Так, давайте сбежать. Оп, упали. Опс. Ну а ты чё думал? Ой. Добро пожаловать в Arkham City. Зачем? О, ты в меня целишься? Ты чё? Давай сними очки, я посмотрю в твои глаза. Я тебя запомнила. Я вернусь. Красная кепочка и очки, запомнили. Так, тебе помочь? Ой, нет, не хочу помогать. Я, пожалуй, пойду. О, божечки, что происходит? А, вы все тут, блин.
Как тебя запомнить? Красный в шапочке, этот красный. Ладно, будем всех в шапочках. Говорят, пингвин назначил цену за твою голову, и я получу эти... Ага, ща, размечтался. Все меня хотят. Мне сказали в линию, разойдитесь. Да, ты у меня тоже в списке. Двигайся давай. За что? Будем себя хорошо вести, не думаю. Замечательно. Ты появился на моей пресс-конференции, и все, и тебя за мной? Когда откроют дверь, не паникуй. Держись поближе ко мне. Да-да. Тебе... А вы что думали? Давай, вставай. Блин, прости, вставай. Наступила на горло, такая, вставай. О, Не-не-не-не. Ёшкин-корёшки. Че такое? Можешь позвонить твоему дворецкому? А? Твоя семья погубила мою Уэйн, так что это, скажем так, назовем это старой доброй местью. Айс! Не, ну а чё? Ну он меня бьёт. Разогреваемся. О, да, мы вырвались. Я уже говорила, что я обожаю эту боевку. Боже, ну почему так классно? Отсюда с Альфредом не связаться. Надо подняться выше. Бежать и взобраться в пробел. Основная задача — забраться повыше и связаться с Альфредом. Я почему-то на какое-то мгновение подумала, что Альфреда убили? Я не знаю почему. Куда бежать-то? Лестница? Ой, а пингвина не нужно? Месть, блин. Вот тебе месть. Не месть, а правосудие. Alfred, have you got my location? Ты засек мои координаты?
Так, сброс снаряжения на крышу. Чтобы забрать экипировку, смотрите. А какая кнопка-то? Чё? Я могу перепрыгнуть на здание и тут уже подняться выше. Ну погнали, а чё? Это же оно? Нас даже направили. Так, было ли это изначально часть вашего плана? Не совсем, хотя мне удалось увидеться один на один с Хьюком. Так, он знает, что Брюс Уэйн Бэтмен. Также он сообщил, что нечто под названием Протокол 10 сделает меня... Да, Протокол 10 у нас. Левый контур и пробел. Погнали. Я хоть туда иду? А куда я иду? Хороший вопрос. Сейчас проверим, доставили ли нам нашу посылочку. Сейчас открываем. А там картошечка ври. Альфред, я нашел шифровальный ключ у одного из бойцов Тайгер. Собираюсь взломать их систему. Мамия. Мой любимый секвенатор. Так, это полицейская частота. Готэм ФМ. Короче, новости рассказывают. Так, а как к нему прийти? Как будто что-то... я могла мышкой просто двигать, божечки. Так, всем отрядам на связи Тайгер Воздух 4. Подтверждено, что заключенная 4011 находится в здании суда. Повторяю, женщина-кошка в здании суда. Вау. Так, Дэн собирается убить ее. Как нам поступить? Пускай на вулике развлечется. Все понятно. Это мне не нравится. Да, вы правы, сэр. Двойственность мистера Дента может выйти мискал боком. Если кто-то в Архам Сити знает, что происходит на самом деле, то это определенно он. И нам нужно немедленно бежать спасать. Хорошо летим. Так, что это такое? А это что такое? А, блин, мне нужно... мне нужно было нажать. Новая система. Бежим
Dark Knight. Did you find that easy? You were supposed to. Да, не сложно. Это лишь предвестник того, что последует. Ты еще пожалеешь, что пытался меня перехитрить. Решая мои загадки, собирая призы, может, ты не хочешь этого делать, но придется. Это вопрос жизни и смерти. Ёпрес, это... Так, нет, это не то. А, вот мой. Все, режим детектива включен. Значит, у них биты. У них пушек нет. Ну и прекрасненько. Нам бы, конечно, вот на этих попасть. Так, что он там собирается с кошкой делать? Вот чего. А, полетели. Я готов. Ой, я уже и забыла, что у нас есть бетаранги. Так, это не то. Угу. Блин, очень классно, что здесь есть управление, куда идти. Мне это очень нравится. Этого немножечко не хватало. А сюда можно? А. Здание суда имени Соломона Уэйна. Это в честь нашего прапрапрапрапрадедушки? Нет? Закрыто. Понял. Так, заседание. Блин, мы не успеваем. Там уже заседание началось, а мы не успеваем. Двуликий, смотрите. Это же двуликий. То есть две половины. Я хочу по хорошей ходить, я не хочу по плохой ходить. Это выход. То есть у нас как будто есть выбор. Либо хорошая половина, либо плохая. Двуликовая тема, конечно, с его монеткой. Страх. Именно так мы называем уважение. И нужно поступать по справедливости, ведь это же храм правосудия. Говоришь, сам с собой разговаривает. Если сна одна половина говорит, убьем ее, другой, ну, мы можем это, по справедливости. А другая половина, убьем ее. Так. Да за что? А, это за то, что выкрыл нас. Ладно. Он кидает монету, и что монета решит, он и делает. Чисто. Заседание суда объявляется открытым. О, посмотреть биографию даже можно. В этот раз сделали немножечко по-другому. Двуликий. Мое любимое. Рост и вес. 183 сантиметра и 83 килограмма. Любимое число 83.
Профессиональный преступник, голубые, каштановые, цвет волос каштановые, седые, каштановые, черточка, лысый. Но он же обгоревший, у него вторая половина обгоревшая вся. Окружной прокурор Харви Дент был одним из сильнейших союзников Бэтмена в Готэме, пока один из преступников не плеснул ему в лицо кислотой, ужасно его обезобразив. Это, если что, по комиксам получается у нас. По фильму, если не ошибаюсь, это «Темный рыцарь». Вообще, Брюс Уэйн хотел уйти в отставку, да, так сказать, ну, Бэтмена. Хотел отправить в отставку, потому что он рассчитывал, что Харви Дент станет тем правосудием в городе. Но Джокер решил все иначе. Вот, там произошел взрыв как раз таки Джокера в роли Хита Леджера. Произошел взрыв в медучреждении, скажем так. И непосредственно вот, что вышло. Половина его лица обезображена. Мастерски владеет двумя полуавтоматическими пистолетами. У него пистолеты. Психоз на почве дуализма и числа 2. Так. Так, добро пожаловать, жители Архам-Сити. Как приятно видеть среди вас все больше новых лиц. И новых бойцов. Так, мы можем здесь пройти? Taking out the thug with the gun is the key. Without him, the rest of the room won't be a problem. А я его даже не... Я его даже не заметила. Так. Ну, призывает, да, к тому, что будет править этим городом, ля-ля-ля. Так, вы собрались веселиться? Так, я могу на веревочку? У всех у них биты, кроме Харви. Ну, погнали, наверное. Да не убивайте ее, погодите. Херамба. Ой, да как так-то? По-моему, меня что-то кинули. Так, хватит стрелять. Опа. Ой, возражение. Уклоняется. А, Ревелирис, как искал? Черт. А... Оу. Больно. У него же два пистолета, точно. And I thought it was cats who have nine lives. Мы же Бэтмен, мы никого не убиваем. За нас это делает женщина-кошка. How's it hanging, Harv? Come to Kitty. Anyone ever tell you that you're full of surprises? Теперь раньше говорили, что ты полон сюрпризов. Да, мы подумали, что тебе нужна помощь, Селина. Funny. So what do you need, Mr. Detective? Что нам нужно?
Протокол 10. Что ты знаешь о нем, Селина? Что насчет Стрэнджа? Я ему не доверяю, его несколько лет не было видно, и вдруг он оказался во главе Архам-Сити. Говорят, он работает с Джокером, готовит что-то особенное специально для тебя. Может, это и есть протокол 10? Опачки. Экс-дистрикт аттерни здесь сказал что-то... Что за хрень? Увидимся скоро, Бэтс. Это место опасное. Боже, женщина-кошка, это что-то с чем-то. Это был Джокер, оставайся здесь, тебе небезопасно. Никому не безопасно. Допросить Джокера, чтобы узнать подробности о протоколе 10. Сканер улик. Пуля влетела в помещение. Куда она попала? Ну, куда-то сюда, наверное. Куда? Что такое? Ой, там кто-то сидит. Кто сидит? Да картонак ждет меня, видимо. А, мы еще не все собрали. Так я могу понять, откуда стреляли. Ну давай, давай, ничего. Траектория улики, полета. Ну блин, логично. Она должна была куда-то сюда упасть, разве нет? Он же стрелял по факту сверху вниз. То есть по факту должна быть вообще где-то здесь. О! А, не. Это не то, это просто... О-о-о. А, ну все правильно. Господи. The trajectory the bullet traveled will lead me to the shooter. Доступна биография персонажа Джокер. А же картиночки нет, как будто мы не знаем, блин, как он выглядит. 183 и 73. Мы и так знаем, кто такой Джокер, я думаю. Объяснять не нужно. Протокол 10 вступит в силу через 10 часов. Кто? Кто это? О! Календарик. Чего ты хочешь на Рождество, Бэтмен? Новую игрушку, машину? Отпразднуешь ли ты его с родными или же предстанешь предо мной? И все? В Рождество приходит человек в красных одеждах, а кровавый крест отмечает место. Все. А почему в биографию его не добавляют? Интересно. Я не знаю его. Что это такое? Лично я его не знаю. Поэтому мне интересно было бы почитать о нем. Может, Джокер 100-500 раз сбежал, пока я тут ходила. Погнали. Я не думаю, что они нас.
told you I was sorry. I lost track. Let's hope it doesn't get us killed. We just need to be careful. We move when they fight. Wait. We'll be too busy killing each other to notice. Ребят, что делаем? Человек просто не понимает, почему они им охота драться за эту дыру. Вот. Ну и чё? Вот серьезно. Ребят, я того же мнения. Я не знаю зачем. Вы же не будете на меня нападать. Правильно. Я просто пытаюсь разобраться, куда мне нужно. Гаргульи. Я помню, что там были гаргульи. Очень хорошо сделали в плане, теперь можно летать и цепляться. Здесь такая же система работает. Так, я у церкви, кажется, Харли Квинн. Ну не отличайся, интеллект за мной исправлю. Мы справимся. О, у Харли здесь новый, новый красивый костюмчик. 170 сантиметров, 63 кг. Это мы тоже. Превосходная гимнастка. На удивление сильна и вынослива. Абсолютно не ценит человеческую жизнь. Квинн с банды забралась внутрь, началась стрельба, а потом все стихло. Харли была одета совершенно безумно. И надо быть осторожней с такими откровенными жванками. Тут многие мужики бабу много лет не видели. Да, ни один идиот не посмелит связаться с женщиной Джокера, это мы в курсе. Что-то как будто под напряжением показывается. Ау! Прости. Да, красивый костюм. Так, мистер Джей сейчас не принимает гостей. Он не очень хорошо себя чувствует. На самом деле все в порядке. Нет, имел в виду. Дела у него не очень, а недоделанный врач, который я прислала, не помог. Даже от психов и тот больше толку. Да зачем меня убивать? Я же мышь. Attacking armed thugs head on is suicide. I need to disappear. Pick them off silently, one by one. Don't you move, Batman. Just stay there and this will all end okay. What do you mean, end okay? She left us alone. Она оставила нас. Keep it together, he's ours. What's he gonna do? Что он теперь сделает? Даже не знаю, ребят. Да, не понимает, что... Что сейчас будет жопка. Так, продумаем тактику. Четверо громил при оружии, двое заложников. Четыре противника с оружием и заложники.
Ну как, по одному? Как еще? А я могу повиснуть, да? Если подкрасться к ним незамеченным, то я смогу убрать обоих одним ударом. Серьезно? Ой, боже, ой, как этого не хватало. Вот чтобы... Я могу незаметно спланировать к лицам над ним и напасть оттуда. Вот этого очень не хватало, чтобы двоих одним ударом. Точно над целью. Так. Оп. И где-то один еще. Идиот решил, что в исповедальне безопасно. На самом деле, мне так проще. А где он? А? Что происходит? Да я не знаю, избездала. Здесь не за что зацепиться, кстати. Что с ним сделать? Прям через доски. Так, ребят, вы все в безопасности. Там опять кэш? Почему ты держишь орган? Человек без лица. Это будет интересно. Что с этим заключенным? А, это врач. На него напали? Ужасно. Его перевели сюда. Видимо, рассудок не выдержал. Мы не понимали, что он сходит с ума. Мы должны были догадаться. Как? Он крал лекарства, в основном анестетики. Он их использовал, когда резал собственное лицо. Я нашел его. Он сидел в углу и смеялся, без лица. Я его перевязала, вколола успокоительное. Кто знает, что у него в контейнере? Мы не смогли. Блин! А что у него там? Можно я заберу? Так. Ты кто? Пойдемте к Кэшу сходим. Ну, здорово. После того, что случилось с учебницей, я думал, ты найдешь работу поспокойней. Когда Шар прихлил учебницу, оказалось, что для бывшего охранника, не сумевшего предотвратить побег заключенных, не так много работы. То, что там произошло, не твоя вина, Кэш. Так, что здесь сделала Харли Квинн? Врвалась сюда пару часов назад и заточила что-то в башню, а потом взорвала лестницу. Прости, Бэтмен, совсем забыл. Пару ублюдков взяла в заложники врача. Квинн говорила, что она нужна для лечения Джокера. Если она жива, я найду ее. А вы сосредоточитесь на защите церкви. Так для вас будет безопасно.
Стейси Бейкер. Стейси Бейкер. Что-то знакомое. Погнали наверх. There's the gun. It looks like it's being controlled remotely by Joker. Я бы на твоем месте проверила, что это точно не он. Ты знаешь Джокера? Да-да-да, мы оставили его умирать. Или, может, ты забыла по-другому? Бомбы? В окно, в окно! Так, я обнаружил сигнал, использующийся для удаленного управления снайперской винтовкой. Дело рук Джокера. Найти Джокера. Нам стрелочка оттуда показывает. Теперь стрелочка сюда показывает. Это кто? Нифига себе здесь. Мне вот этот чубрик не нравится. Это кто такой? Что за мститель? Что за рыцарь? Отвернись. Он что, меня видит? Я так понимаю, он... Ну ладно, погнали, а чё нет? Таинственный наблюдатель. Крылатый страж. Кто-то таинственный незнакомец, что следит за мной. Следить в оба за появлением таинственного незнакомца и сканировать улики, которые он оставляет. Интересненько. О, биографию. Таинственный незнакомец. Что же мы о нем знаем? Да нифига. Вообще нифига. Интересненько. Эй-эй. Кажется, я его нашла. Можно было бы даже и без сигнала рации попробовать найти. Ой, ничего не вижу.
Блин, ну красиво. Лежать. Ой, я тебя не заметила. И камеры здесь тоже, кстати, нет. Че, да, может быть, мы сейчас поверху просто пройдемся, да и все. Мы же Бэтмен. А они-то не Бэтмен. Они-то не знают, что так можно. Alfred, вот. Надо проникнуть на сталелитейный завод. Слишком просто через главный вход. Самоубийство. Главный дымоход? Ну ладно. Ага. Столетельный замнут через главную трубу. Ну погнали. А внизу-то? Жарко. Сброс мусора. Здесь. О. Да, красота. Черт, нам нужно разогнаться. А это как обходить? Да, нужно каким-то образом остудить угли. А, нам... Да как тем, понятно. Что-то... Эй, вернись! Давай. Ничего страшного. Ну, подпали чуть-чуть плащик. Мы же мир спасаем. Но Зэп, оказывается, помешать можно. Я забыла. Так, взрывчатый гель. Чего-то все взрывается. Ужасы. Так, погоди, здесь газ. Черт. Понимаю. Да, Джокер хочет, чтобы ты думал, что он болен, а потом бам! И попался. Не знаю, чувак, выглядит он хреново. В смысле, хуже, чем обычно. Ага, разница, судя по слухам, его скоро здесь вообще не будет. А когда это произойдет, я поддамся к Двуликим. К Двуликому. Больше псих, чем Джокер. Ой. Я ведь обещала вас развлечь, мальчики. Стэйси Бейкер, точно. Эта шарлатанка подвела мистера Джокера, сами понимаете, что теперь? Кью, 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 кью. Что? Она так ушла внезапно. А как мне отсюда выбраться-то?
Так, нет, я отсюда пришла. Все как обычно. Ребят, подождите меня, не начинайте вечеринку. Я бегу. Я просто немножечко заблудилась. Все как обычно. Ой-ой-ой-ой-ой. Угу. Давай, мы готовы. План поменялся. Флавильную камеру ее. Мистер Джокер хочет продлить ее страдания. Разыщите снеговика и притащите его сюда немедленно. Он заплатит за то, что обманул Джокера. Ну, привет. Ну... Да, ясненько, что нам, так сказать, полегче делать. Охота на Фриза? Так, мы можем пройти здесь? Ладушки. Не хотите, как хотите. Ой. Куда я трою, можно найти ее вентиль. Ну да. Все логично. Ой, так и здесь тоже. Раз, два, три. Прекрасненько. Бэтмен мертв? С чего вдруг? Говорят, убийца войны сюда засунули. И что? Смешно, ребят. Ну, погнали. Эй, а вот и я. Черт, сбил мою стаю. Нельзя. Эх, я хотела суперку... Знаете, поджопник. Именно так это и называется. Тебе нужно полюбить. А все равно ты не доберешься до Джокера. Мы тут наверху в безопасности. Можешь оставаться там и гореть. Гореть? Ну я не хочу гореть. Alfred. Так, Альфред. Джокер заперся в кабинете директора на столетельном заводе. Уверен, вы найдете выход. Его бандиты куда-то утащили женщину-врача. Сначала я освобожу ее, а потом разберусь с Джокером. Спасти врача от головорезов Джокера. Оп-оп. Как далеко... Джокер, это чудо, вы отлично выглядите просто. Ой, это не вы, да? Нет, Джокер все-таки здесь. Я подумала на минутку, что Харли притворяется, что Джокер как будто есть. Но вроде как нет, вроде как он все-таки здесь. Так, это что? За поза была прекрасная. А, хорошо. Значит, погнали искать. Сканируйте трофеи, которые не удается достать, чтобы нанести их на карту и вернуться за...
А можно об этом было раньше? А то я как бы, ну, как бы... А это батаранг? Взрывчатый гель? Это без доступа к муниципальным кодам. А, мы не можем. Ладно, хорошо, я понял. А, как я поняла, здесь у нас нет аудиозаписи. Вот. Мистер Чей. Нужно найти другой путь, чтобы не попасть людям Джокера на глаза. Понял. Погнали. Может зайти противнику в тыл, не будучи замеченным. Так, два здесь. Да, не все опасны так-то. Что, они вообще не заметили? So, how many times have you really seen the bat? I told you, too many. And how many times did you pee your pants? Питяу. Did you hear the noise that last doctor was making? Я не то сделала. Да ты... Ты дурак, ой дурак, ой дурак. Я не то хотела. О божечки, что я наделала? Я, по-моему, что-то еще кинула, но я не уверен даже что. Понимаю, нам через этот проход нужно зайти. Чинь. Правильно, аккуратно, чтобы никто ничего не видел, чтобы никто ничего... Не слышал. Нам же нужно ее спасти. Где еще? А... Я, блин! Ты дурак или как? Я пришла за тобой. Я пришла за ним. А он свалил. Ну вот как так работать? Карли, да не обращай внимания, они просто не слишком шибко умные, да. Сэм, дай тебе пару секунд. Что с этими людьми? Эта психопатка решила, что я могу вылечить Джокера. А что с ним? У него в крови какой-то токсин, он его убивает. Джокер винит какого-то титана. Титан? Да, ты знаешь, о чем он? Он все повторял. Врачебная тайна. Откуда она знает, о чем мы говорим?
Закройте-ка эту дверь покрепче, мальчики. Мы же не хотим, чтобы наши паразиты смылись. Ну, по крайней мере, они сюда не войдут. Мы в безопасности, так ведь? Что-то я ошибаюсь. Это... Думаю, что нет. Someone needs to stop Joker. Stay here. You'll be safe. You sure? If you hear anyone coming, hide. I'll be back. Электроразряд дистанционный. Выпускает цель. Высоковольтный электрический заряд. Также может использоваться против врагов как нелетальное. Потому что что Бэтмен никогда не убивает. Он может только немножечко покалечить. Различных механизмов. Механизмы. Например. Квин задержала меня. Я должен продолжить поиски Джокера. Да я думаю. Ты что-то придумал? Нет, погоди. Погрузочный сектор — это единственный путь. Chicken. Shut the hell up and get ready. I don't like this any more than you do. But if we got one chance, all jump in together. Так интересно выслушивать их планы, а по итогу ты понимаешь, что они ничего сделать не смогут. Протокол 10 вступит в силу через 9 часов. Ой-ё, у нас не так много времени. Девять часов. А где молот? Ой, куда я пришла? Ну что ты, я хочу к тебе запрыгнуть. Ты умираешь? Да ну, не верю.
Может, сейчас? Даже такой Бэтмен завалился к дому мистеру Джокеру и начал разносить его на куски. Разве ты не знаешь, что он болен? Не, ну это точно не Джокер. Мистер Молот. С одной рукой. Блин, хотела... Весело. Да не. Не, Джокер никогда не умрет. Не верю. Попался на старый трюк с фальшивым Джокером. Женщина-кошка, да. Кажется, какое-то время детектив будет не мешать мне. Теперь кошечка может поиграть. Что же дальше? Помочь высокому сильному красавцу или забрать себе все награбленные профессором Стрэнджем из его хранилища? Да, выбор непростой, я знаю. Как же поступить? Найти Крока и заставить пробить дыру в сейфе? Или попросить взрывчатку у пингвина? Нет, это не мой стиль. Я всегда предпочитаю чисто женский подход. Подожди немного, Плющ. Я иду к тебе. Плющ? Нужно забрать снаряжение из дома. Я не смогу сражаться с Плющ без снаряжения. Без него как без одежды. Я думаю, это прекрасный момент, чтобы остановиться. Мне очень понравилось, блинчик. Что же будет дальше? Я даже не представляю. У нас мы будем, видимо, играть за кошку, за женщину-кошку. Пойдем в гости к Плющу. Я так понимаю, все те герои, которые были в Архам Асулу, они будут и здесь. Боже, какая красота! Я не могу! Меня прям переполняют эмоции на самом деле. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих сериях по Бэтмену Архам Сити. И всем пока!